Обеспечение пожарной безопасности в регионе обсудили в Доме правительства республики. Статистика с начала сезона удручающая. Такого количества возгораний и пожаров не фиксировали давно. Нужен новый подход к решению этой серьезной проблемы. В Рио главы республики утвердил сводный план тушения возможных пожаров, в который вошли потенциально опасные участки. Профильное ведомство детально проработало механизм предупреждения чрезвычайных ситуаций. 61 лесопожарная команда, в составе которых 315 человек, патрулируют леса по 154 маршрутам. Мониторинг лесных пожаров обеспечивается путем наземного патрулирования патрульными группами, начиная со второго класса пожарной опасности. Кроме этого, осуществляется визуальными пожарными наблюдателями из 20 пожарно-наблюдательных вышек. И с 1 апреля 2020 года введена в эксплуатацию система видеомониторинга лесных пожаров. В республике установлены 5 видеокамер, 4 камеры Минприроды Чувашии и 1 ФБУ Государственный заповедник Присурский. В последние 2 года лесопожарная служба серьезно обновила свой парк. Тракторы, бульдозеры, автомобили повышенной проходимости – все это должно сработать. Закупки продолжатся в рамках национального проекта «Экология». На охрану лесов на этот год выделено около 40 миллионов рублей. В зоне особого внимания наше национальное достояние – парки и заповедники. Там предписано обустроить в полном объеме минерализованные защитные полосы. Серьезная проблема – заброшенные участки, расположенные недалеко от лесных массивов. Надо срочно разыскивать собственников и принимать жесткие меры. Такие места – зона особой опасности. Это уже задача Россельхознадзора. И еще один важный момент. Силы межрегионального маневрирования всегда готовы прийти на помощь в случае пожаров высокого класса.